было ненастным октябрьским днем. Когда я услышал звук, напоминающий гром, я в безнадёге поднял руку, и ты остановилась. И ты спросил меня, куда тебе, милый, если на север могу подвезти. Я улыбнулся, подхватил свою гитару и ответил ей, что нам по пути. Тогда ты тоже улыбнулась и сказала, что тебя зовут Валентина, что ты поставила недавно шипованные шины. И не смогу ли я спеть что-либо для нее? Я подхватил свой Гибсон, затянулся пару раз, и меня понесло. Я спел ей про еврея, про такие дела, брат, любовь. Я спел ей кучи-кучи, мэн. А потом один раз еще про еврея, затем о любви. Я затянул было про чай, но тут она сказала мне: слышь, парень, погоди. У нас заглох мотор, я вылез из коляски, и воцарилась тишина, вокруг все стало как в сказке. Так что чуть не упал. А ты сказал: извини, браток, но это не Харлей, а Врал. Я воскликнул: Валентина, да мне насрать на Харли Дэвидсон. Конечно, спору нет, и мы не будем с ними мериться. Но если хочешь, то я могу сломать тебе плечо.